Борисовский карьер хорошо знаком жителям Уссурийского городского округа. До 2005 года здесь шла добыча песка. А после того, как с карьера выехал последний трактор, на его берегах появились отдыхающие. Здесь чистая вода и много рыбы, убеждает Николай Иванович. На карьер он приезжает с семьей регулярно. Особенно много людей здесь в выходные. А там, где отдыхающие, утонуть невозможно, уверен рыбак. Утонуть-то не дадут. Это здесь кто-то утонул, видать, в вечернее время или в ночное время, может, купались. Это года 2 или 3 назад было, по-моему. А так, как здесь народу столько, как ты здесь утонешь? Ну, никак. Спасут. Однако, по данным Управления гражданской обороны, именно Борисовский карьер возглавляет рейтинг мест, где чаще всего гибнут люди. Ежегодно по 1-2 утопленника. Причина в том, что отбор, когда грунта производился, дно все в ямах. И человек, который отошел от берега там на 1-2 метра, он попадает в такую ситуацию, что проваливается на 1-2 метра и уходит под воду, и не ожидая этого. Из-за того, что водоем не проточный, качество воды на карьере неудовлетворительное. Горы мусора, оставленные отдыхающими, также влияют на экологическое состояние. Из всех 86 водных объектов Уссурийского городского округа регулярные пробы воды и почвы берутся лишь на 2. В этом году в список благоустроенных мест отдыха вошла и база отдыха «Благодать». Оборудованное место – это прежде всего должны быть подготовлены места для отдыха. Наличие спасательного поста обязательно. Дальше подготовленные спасатели. В штате базы отдыха есть 2 спасателя. Они прошли специальную подготовку во Владивостоке. Есть спасательный пост и специальное снаряжение. Несмотря на то, что на базе есть предупреждающие таблички, в жаркие дни спасателям приходится быть готовым к чрезвычайным ситуациям на воде. Мы решили сделать так, чтобы все было так, как положено, чтобы не было у нас... Не было лишних вопросов, почему нет этого, почему нет того. Мы хотим работать по-нормальному. С начала этого купального сезона в водоемах Уссурийска уже погибли 4 человека. И на июль, по статистике управления ГУЧС, приходится наибольшее количество утонувших. Не купайтесь там, где это запрещено, советуют спасатели. Юлия Кузьменко, Анна Маринец, Николай Фарафонов, Телемикс.